Так, готовим лапму. Сейчас режем лук зеленый. Перед этим свиную шкуру порезали. Порезали и немного подогрели в микроволновке. Даже вода даже не закипела. Здесь сейчас вот у нас мята. Так, здесь лук, петрушка, лайм. Тут вот хочу показать, вот здесь вот, вот это пакетики в этом, это молотый мелкий рис обжаренный. Как специя идет, и красный перчик. Так, а в микроволновке стоит подогревается фарш, не подогревается, а проваривается, предварительно заправленный лаймом и разбавлен чуть-чуть водичкой, и туда же добавлен усилитель вкуса, глутамат натрия, который. Вот он готов уже. Тоже он слегка только, он даже еще мясо красное. Ужас. Ужас, это можно кушать, что ли? Вообще вкусная штука, но я думаю, что все-таки они его побольше проваривают. Так, теперь сюда они добавляют. Так, что это у нас? Ага, свиная шкурка. В этот фарш пошла. Освещение, конечно, здесь слабоватое. Так. Ну, слава богу, хоть воду эту она слила. Так, ждем, что дальше будет. Так, теперь сюда же добавляем обжаренный рис молотый обжаренный. Кстати, вот он дает, да, интересный привкус блюдам. Так, и сюда же добавляем красный перчик. Вот, столовая ложка. Полторы. Жуть. Надеюсь, это будет очень вкусно. Так, все это тщательно перемешивается. Очень, конечно, вкусно. Я люблю. Это одно из самых моих любимых блюд в тайской кухне. Так, добавляем. Что там? Режем лайм. Видимо, не хватает чуть-чуть кислинки. У них же вот эта вся тема построена именно на балансе вкусов. Четыре вкуса. Они баланс ловят четырех вкусов. Кислый, сладкий, острый и соленый. О, запах пошел. Так. Вкусно? Алой, видишь? Алой. Да, говорит, нормально получилось. Ну, сейчас попробую. Так, сюда. Вот это. Я не знаю, как это. Ну, вся зелень нарезана. Да, вся зелень. Так, только я не видел, чтобы она мяту резала. А мята, наверное, отдельно, что ли, будет добавляться. Сейчас посмотрим. Вау! Вау, какой салатик получился. Супер. Какой? Так, сейчас ждем, когда еще мяту туда добавят. Так, что я не видел, что там.
сахара потихоньку, чтобы я не видел, потому что я не люблю сладкое. Ну, оно не сладкое, не знаю. Все готово. Вау. Вау. Супер. Дякую, Наня, мисит. Так. Оп. Так, а вот и мята. Вход пошла. ใส่ใบสะระแหน่ลอยหน้ามันก็จะสมัติได้ว่าชิ้นอร่อยС рисом очень такое сытное, питательное блюдо. Но если я правильно понимаю, очень полезное, судя по тому, что очень много зелени разной здесь. Ну все, говорит, готово. Так, сейчас вот узнаем, что дальше будет. А, все, можно кушать, да? Ну все. Все, приятного аппетита, будем пробовать. Это ароматное блюдо.